Мы приветствуем вас на битве стартапов. Время отрастить рог. Мы заняли места, и мы готовы начинать. Ну, а сегодня посетили наше торжественное событие почетные гости. С удовольствием их представлю. Это Эдалев Валерий Гаврилович, заместитель городского головы, а также глава постоянной депутатской комиссии по вопросам регуляторной политики, развитию предпринимательства, торговли и защиты прав потребителей Олег Афанасьев. Идейным вдохновителем нашего события является Укрсибанк BNP Paribas Group. Ну и, конечно же, мы приглашаем на эту сцену представителя этого банка Галкина Ярослава, начальник Запорожского управления АО «Укрсибанк». Под ваши аплодисменты. Говорить много не буду. Всех приветствую зрителей, приветствую участников. Надеюсь, сегодня будет все очень эффективно, очень интересно. Нам, как экспертам, мы, надеюсь, опять же, оценим какой-то очень интересный, сильный, мощный стартап, который будет нужен этому миру. Зрителям будет интересно услышать, возможно, новые идеи. Ну и как бы нашим айтишникам попробовать себя в новых силах, ну, силах в нашем проекте «Битва стартапов». От себя хочу сказать, я надеюсь, опять же, вы все знаете, кто мы, Укрсибанк, то есть мы BNP Paribas, французы, почти 200 лет на рынке. Как бы себя, в принципе, рекламировать не буду, надеюсь, что, в принципе, здесь очень много наших партнеров, наших клиентов, поэтому хотелось бы от себя добавить, что мы рады участвовать в данном мероприятии, участвовать в виде партнерских отношениях. То есть данное событие проходит по всем городам Украины. У нас Запорожье – это экватор, то есть мы серединка. То есть у нас продолжат еще там порядка 5 или 7 бизнес-стартапов по всей Украине. А также, в принципе, в этом мероприятии направлено максимально на, в том числе и финтех, и, в принципе, какая-то полезность, которая приносит в этот мир новые стартапы, новые идеи. То есть IT-направление все больше и больше набирает обороты, все больше и больше, опять же, помогает нашей стране там, в виде и валюты, в которую поступает наше государство, ну и, в принципе, повышая уровень жизни. Поэтому удачи всем участникам и спасибо всем зрителям за ваше участие, что вы здесь. Все, спасибо, удачи. Организатором события является интернет-платформа Startup Network. И немного подробнее о платформе расскажет ее представитель, ивент-менеджер Мария Путилина. Тук-тук. Во-первых, я очень рада вас сегодня всех видеть. И особая благодарность Укрсибанку. Мы действительно имеем честь проводить с вами эти события. И хотелось бы немножко рассказать о нашей компании Startup Network. Наша компания — это интернациональная интернет-платформа, которая объединяет игроков венчурного инвестирования и помогает в первую очередь предпринимателям воплотить идеи в бизнес, закрывать пресид и сид-раунды. Конечно же, инвесторам мы помогаем найти выдающиеся стартапы. Я надеюсь, что сегодня мы встретим и услышим таких. И профессионалам помогаем монетизировать знания и опыт. На данный момент в нашей базе Startup Network собрано более 10 тысяч стартапов из 55 стран мира. На сейчас наш бизнес действует в таких странах, как Россия, Беларусь, Украина, Казахстан. И мы продолжаем, конечно же, развиваться. В 2016 году мы закрыли 147 сделок с чеком до 100 тысяч долларов. И сейчас 5 тысяч инвесторов находятся в нашей базе, которые ищут стартапы на нашей платформе. Дальше, чем мы хотим вас порадовать? У нас есть такое стартап-шоу с названием «У вас не получится». Мы уже отсняли несколько сезонов, вы можете их увидеть в YouTube. А также, кому интересно, пожалуйста, приглашаем к регистрации, к участию в этом проекте. Также раз в месяц мы проводим клуб инвесторов. Это такой интересный формат в ресторанной форме, где инвесторы собираются, и у них есть возможность обсудить сделки. Что касается бизнес-партнерства, мы ищем бизнес-партнеров в городах-миллионников,
людей, которые готовы вложить свое время, деньги, внимание, желание для того, чтобы развивать нашу платформу. И один из наших любимейших проектов — это Startup Battle. Сейчас вы находитесь на этом мероприятии. Непосредственно это событие состоит из таких вещей, как презентация стартапов. Как правило, это 10 участников. Сегодня тоже будет такое количество людей. 10 экспертов жюри, а также гости. Как правило, до 100 человек у нас обязательно есть зрители. Вас, кстати, сегодня тоже много. Здорово. На сейчас мы провели уже более 80 битв в 7 странах мира. И чем мы гордимся? Совсем недавно наша команда вернулась из Сан-Франциско, Силиконовой долины, где был проведен стартап батл. И что очень приятно, некоторые финалисты и некоторые файндеры сейчас общаются с заинтересованными фондами. Нам, конечно же, это очень приятно. И новость чудесная в том, что нас опять приглашают. Мы снова опять делаем там стартап уже этой осенью и приглашаем вас присоединиться к этому со своим проектом. Это будет увлекательный бизнес-тур вместе с Менторским днем, с бизнес-экскурсиями по Силиконовой долине. И на этом все. Спасибо за внимание. Это была компания Startup Network. Продолжаем. Битвы стартапов из серии «Время отрастить рог» пройдут в разных городах Украины. А в конце лета победители из всех городов сразятся в финале. Приз составляет $10,000. Сегодня тема нашей дискуссии, собственно, соответствует названию нашего проекта «Время отрастить рог». И мы будем говорить, как все-таки стать стартапом-единорогом. И давайте начнем вызывать экспертов, да? Первого, кого мы пригласим, пожалуйста, приходите к нам на сцену, Владимир Степаненко. Аплодисментами встречаем. Владимир, очень рада. Выбирайте стульчик, который вам нравится. Дальше. Неотразимая Виктория Ткач. Приглашаем. Галкин Ярослав, наш уважаемый представитель Укрсибанка в Запорожье. И Иван Черкашин, прошу. Поскольку тема у нас такая, мне кажется, очень серьезная, вы согласны? Время отрастить рог, и вообще сейчас нам предстоит выяснить и вообще узнать, что вы об этом думаете, что думает об этом зал, кто такие стартапы-единороги, как ими стать вообще. Ну, серьезная у нас задача стоит, согласитесь. Поговорим о фактах интересных, они всегда захватывают факты, и перейдем к вопросам. Для начала бы я хотела, чтобы каждый из вас представился, рассказал, чем вы занимаетесь. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня зовут Ткач Виктория, я доктор экономических наук. Я возглавляю кафедру менеджмента не в этом городе, Донецкого национального технического университета. В общем-то, и поскольку это менеджмент, это соединены там и практика, и теория, и управление. Вообще такое понятие, как я его называю, менеджеры — это как клей, они все в себе соединяют, поэтому будет, я думаю, дискуссия интересная. Спасибо. Доброго дня. Я Володимир Степаненко. Я керівник державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області». Це неприбуткова організація, засновником якої є Запорізька обласна державна адміністрація. Тому я вас вітаю і від ім'я Запорізької обласної державної адміністрації. Оскільки ми інструмент підтримки, то в нас є механізми підтримки, в тому числі і фінансової, але це ще поки що не ріг, про який казали. Але я поділюся потім нашими варіантами підтримки фінансової для стартаперів, для бійців АТО, які повернулись до життя мирного. І взагалі для підприємців це певна річ гроші, і є гроші поворотні у вигляді грантів, і є гроші безповоротні. Вони всі за рахунок обласного бюджету Запорізького. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Галкин Ярослав. Я руководитель Укрсибанка в нашем Запорожской области, BNP Paribas Group.
Со своей стороны хочу сказать, что, опять же, банк — это, в принципе, все, что связано с деньгами. IT-направление сейчас все больше и больше в этом направлении движется, поэтому в любом случае все стартапы, которые вы начинаете, вы развиваете, то есть мы готовы и поддерживать и финансово, и, скажем так, возможно, какой-то базой в виде помощи и финансовой, и моральной, и какой-нибудь консультации. Поэтому, в принципе, нам этот проект очень интересный, поэтому мы и партнерами выступаем. Надеюсь, не первый год, надеюсь, это будет как-то на какой-то постоянной основе. Поэтому нам этот проект очень интересен, и надеюсь, что дискуссия и стартапы будут также презентовать какие-то интересные мысли. Спасибо. Добрый день всем. Зовут меня Черкашин Иван. Я не экономист, не представитель власти, не банкир. Я адвокат, руководитель небольшой юридической фирмы. Приглашают меня обычно на мероприятия подобные нещадно критиковать стартапы, искать в них юридические прорехи, ну и, конечно же, пытаться помочь молодым начинающим предпринимателям с самого начала заложить правильные юридические основания для своего дальнейшего развития. Спасибо. Значит, кто такой единорог, юникорн? Да? Впервые это название, не знаю, как это назвать, придумал известный венчурный предприниматель в 2013 году, то есть, да, совершенно недавно это произошло. Вот, и на тот момент уже было 39 единорогов. Но что значит единорог? Что значит, какая компания может называться единорогом? Единорогом может называться компания, оценочная стоимость которая до миллиарда долларов. Вы можете себе вообще это представить, ощутить, что такое компания, которая через себя проносит такое движение, да, до миллиарда долларов и выше. Вот, это единорог. Продолжаем обучение. Термин декакорны. Декакорны — это стартапы, оценочная стоимость которых больше 10 миллиардов долларов. И эти компании существуют. Их сейчас насчитывается 9 всего лишь. Вот. И это еще не все. Есть еще хектокорны. Это компании, которые оцениваются в 100 миллиардов долларов. То есть это как... Вот я сейчас говорю, у меня бегут мурашки. Это действительно существует. И давайте к этому стремиться. Теперь... И из такой стабильности. Как вы думаете, как называются такие стабильные компании, которые просто неубиваемые? Их назвали, оказывается, стартап-тараканы. И подходим к еще одному термину, мы начнем дальше общаться уже исходя из них. Стартап-феникс. Это компании, которые вышли на рынок, хорошо себя как-то чувствовали, потом что-то пошло не так, они полностью меняют стратегию, управление, команду, в общем, полностью как-то интегрируют свой продукт и возрождаются, приходят на рынок иными, другими. В 20 странах 20 стран имеют единороги, то есть такие компании. В Канаде, в Японии всего лишь по одному единорогу. Из экзотических стран, угадайте, где есть. Ну, вот такие вот, чтобы никогда не скажешь. Бермуды. Ничего, а? Бермуды. Бермуды? Нет. Из экзотических стран это страна Нигерия и Колумбия, оказывается. Что дома можете погуглить, что там они интересного делают. Еще несколько фактов и перейдем к вопросам. Итак, в 2013 году, вот давайте по процентным соотношениям так вот потренируем свой мозг. В 2013 году 70% было компаний в Штатах, 30% в остальном мире. В 2017 году картина уже совершенно другая, все наоборот. 30% Штаты и 70% остальная часть нашей планеты гениальной. Вот такие факты. По вопросам. Значит, в Кремниевой долине все чаще поговаривают о том, что хватит гоняться за единорогами, мы уже знаем, кто это, да, и давно уже пора обратить внимание на стартапы с меньшей капитализацией, то есть стоимостью, да? Вы согласны с этим? За кем гоняемся? Ответьте, пожалуйста, да, да, да. Прокомментируйте. Ну, в любом случае, стартап — это начало чего-то. То есть, в любом случае, если взять аналог, все мы были студентами,
и потом из студентов какие-то вырастали специалисты, доктора наук и так далее. Если же, опять же, Google и Apple тоже с чего-то начинали, какого-то подвала, либо какой-то комнаты, они тоже были в свое время стартапом, только стартапом это не называлось в свое время. А сейчас все больше и больше стартап – это, во-первых, ну, не минимальное, а относительно минимальное вложение денег с максимальным результатом, которое, правда, да, стартапы, как бы процент, скажем так, стреляющих стартапов, он невелик, но, опять же, я думаю, те, кто попал в струю, он окупает с лихвой все затраты. Да, попасть в струю, я услышала ответ. Ключевое слово, да. Прокоментируйте, пожалуйста. Я за ким хочу сказати, ну, по-перше, для того, щоб розвивати малий бізнес, який у нас має, до речі, державну підтримку, у нас є закон спеціальний, який обумовлює, що органи влади повинні підтримувати розвиток малого і середнього підприємництва. Тому, якщо казати від імені нашої організації, то ми лише тільки підтримуємо малих підприємців, а в них не може бути апріорі на початку таких коштів. Тому треба, по-перше, підтримувати малі проекти. По-друге, треба не лише тільки IT-проекти, а взагалі будь-які стартапи. Стартапи на селі, туризму і таке інше. От чим ми, до речі, і займаємося, і дуже активно наша організація. Спасибо большое. Да. Вік. Ну, вообще стартап, насколько вот мы разбирали, это проект, который не обязательно перерастет в бизнес. То есть изначально стартап – это проект, который живет меньше 2 месяцев, и вы в него вкладываете деньги, и он должен сам себя быстро окупить. То есть быстро точка безубыточности и принести какую-то прибыль. И вы можете его закрывать. Взагалі у нас, вот я же, ну, в общем-то, академический товарищ, поэтому я общаюсь со студентами, и студенты – самый успех у тех, кто постоянно обучается. И у взрослых есть образование, ну, академическое, есть образование, которое неформальное, и вот задача ваша, если вы постоянно обучаетесь, точно так же, как вы вкладываете в свой бизнес, у вас будет успех. Если нет, то и нет. Вот так. Я поняла. То есть компания должна быть с таким уклоном, которая стремится к обучению. Это главный такой фактор. То есть на этом фокусируемся. Отлично. Моя очередь, да? Да. Ключевые слова. Можно? Ярослав, попасть в струю. Я резюме подведу. Возьму на себя роль 4-го замыкающего по этому вопросу. Потом державная поддержка. И потом стартап не дольше 2 месяцев должен жить, так? А потом выйти, либо выйти на что-то большее, либо умереть. Да. Вот. Что я могу сказать? Однозначно согласен с Ярославом, что большой путь начинается с первого шага, поэтому любой стартап ему грозит, в хорошем смысле этого слова, стать единорогом, любому стартапу. Но проблема у многих стартапов в масштабировании бизнеса. Очень часто приходят на аналогичные мероприятия стартаперы, предлагают какой-нибудь проект, который отлично может работать в рамках одной кофейни, одного, не знаю, офиса, одного сайта. Но как это умножить на 1000 или умножить, все понимаем, чтобы стать единорогом, надо масштабироваться, причем очень, очень активно. Поэтому это та часть, о которой многие стартаперы забывают. Обязательно что-либо, разрабатывая какой-то стартап, нужно сразу представлять, как вы это сможете умножать, эту, скажем так, структуру или этот вид бизнеса, который планируете. Поэтому можно много об этом говорить, но мое ключевое слово в этом вопросе – масштабирование, думать о масштабировании. Дорогие эксперты, скажите, будет ли в Украине единорог? Где он есть? Ну да, в районе банка. Да. Нет, в любом случае верим в будущее, верим в хорошее. Опять же, сейчас ну, то, что я читал, буквально еще в прошлом году, может даже позапрошлом, что Украине пророчат там силиконовая, называется силиконовая долина Европы. Очень хочется в это верить, поэтому, опять же, специалисты у нас не просто хорошие, а одни из лучших. И опять же, то есть, система образования, система, скажем так, обучение внутри компании, оно довольно высоко. То есть, в принципе, опять же, Украина, к сожалению, стартанула чуть-чуть позже, чем западный мир, но, опять же, принимая какой-то хороший опыт западного, скажем так, западных стран, то есть, в любом случае, развиваемся, я думаю, семимильными шагами. То есть, в принципе, ну, к сожалению или к счастью, я думаю, что вложения в стартап в Украине, они как бы меньше, так как в любом случае, то есть, Украина
как таковая дешевле даже, думаю, в плане специалиста. Соответственно, стартового капитала будет меньше, можно чаще пробовать, возможно, в разных направлениях. И, ну, возможно, там 17-18 год единорог мы увидим. А вот так вот лично, ваше мнение, вот, ну вот как? В смысле как? Ну, вы прокомментировали с точки зрения вот, мнения. Ну, вот, с точки зрения как... позитива, да. С точки зрения позитива. Окей, ладно, не буду. Хорошо. Нет, мы к сфере перейдем позже. Хорошо, прокоментируйте, пожалуйста, свой ответ. Я сподіваюся, що кожне місто обласного значення і менше місто буде мати свій ріг. Запоріжжя повинно бути одним з перших. І, ну, хай буде другий кривий ріг, наприклад. Тавтологія, виходить, дуже гарна. Але для цього треба розвивати, в тому числі, щоб влада підтримувала створення нових інституцій підтримки підприємництва. До речі, в нас стратегію розвитку Запорізької області до 2020 року, а я все буду про владу сьогодні, вибачте. Тому що ми вместе повинні тільки це зробити. В стратегії написано, що ми повинні сприяти створенню нових інституцій підтримки підприємництва. От це коворкінг-центр, інституція, бізнес-інкубатори академічні, в нас в них вже два в місті Запоріжжі працюють, і в цьому році відкриється два, а може і три, так, Вікторія? Може три. Це там, де відбувається інтеграція науки і бізнесу всебічна. Хотілося б, щоб бачити, щоб в нашому місті був класний технологічний парк, ну, наприклад, як в Кракові я відвідував, бачив його, там іде підтримка, і там ростуть стартапи, ну, дуже швидко. Тому я за позитив, я сподіваюся, що все буде добре. Спасибо вам за поддержку. Ну, я немножко добавлю. Я считаю, что вот ничего, нормально, фонит. Нужно начинать с себя. То есть, если у вас будет какая-то идея, у вас будет желание вообще что-то делать, то взагалі вот оно все получится. А так, я только присоединяюсь, лишнего говорить как бы не хочется. Иван? Итог. Ключевое слово. Ключевое слово. Ну, почти все эксперты сказали, кроме меня, что они верят в появление единорога в ближайшие два года. Я так примерно услышал. Я, к сожалению, не верю в появление в Украине, особенно в Киеве, единорога в ближайшие два года. А почему? Ну, может быть, если только доллар очень сильно инфляцирует, и миллиард долларов станет посильной суммой. А поэтому, я думаю, не готовы. Почему вообще... Стремление к единорогу, оно во многом зависит и от менталитета. Почему началось все в США? Потому что США – это нация предпринимателей, и у них в головах немножко все по-другому было устроено. Сейчас на втором месте Китай по единорогам. Да, они смогли благодаря волне инвестиций и так далее маргарин в мозгах расплавить. У украинцев очень умная нация, к сожалению, ленивая. Но это не минус, это плюс, потому что лень – это двигатель торговли и прогресса. Но в появление в ближайшие два года единорога откровенно не верю в Украине. Почему? Потому что Google, Google шел к этому 8 лет. Да, а у нас именно вот таких заметных проектов, которые сейчас бы уже показывали старт, я не вижу. Старт с потенциалом к единорогу. Поэтому надеемся, что они появятся, но чуть позже в Украине. Не обязательно в Киеве, не соглашусь с нашим модератором. А я не сказала про Киев, я сказала про Украину. Нет, была фраза, что вы надеетесь, да? Что именно как в Киеве. Вы хорошо, да. Следите, хорошо. Поэтому не обязательно это может быть Киев. Действительно, в Киеве дороже человеческие ресурсы, дороже... та же аренда офисов и так далее. Поэтому не верю, но надеюсь, что в обозримом будущем единороги будут и в Украине. Для этого главное поменять мышление. Поэтому в этом вопросе мое ключевое слово – это мышление. Угу. Хорошо. Что совсем недавно стартап Grammarly получили большие инвестиции. Что вы на это что думаете? Может быть, эта компания может вырасти? Честно, не знаком с этим проектом, поэтому не могу сказать по поводу того, либо он вырастет, либо нет. Там 100 миллионов, да, инвестирования? Кто знает? 100 миллионов инвестирования недавно получила эта компания. Ну, в принципе, умножить в 10 раз эту сумму как бы посильно, по идее. Если хочется верить, что это в короткий промежуток времени будет сделано.
Прокомментируйте. Сразу реплику про 100 миллионов. Потратить 100 миллионов можно очень быстро. Если у кого-то есть лишние 100 миллионов, обращайтесь. Мы поможем. Поэтому факт инвестирования 100 миллионов, это еще не факт, что это будет единорог, но дай бог им успеха, конечно же. Ну вот, видите, мы же собрали, чтобы все прояснить, разъяснить, что происходит вообще. Хочу нотку позитиву внести все ж таки. Ми повинні не забувати, що зараз триває четверта промислова економічна революція, і бізнесові процеси, пані доктор економічних наук, вона підтвердить, що зараз бізнесові процеси швидко змінюють світ, взагалі все швидко змінюється і в позитивну сторону, і в негативну сторону. Тому я сподіваюся, що в нас Україна все ж таки покаже швидкий рост, а стосовно того, що ми бідні, ну всі ми знаємо, що Україна багата країна, але вона, на жаль, пограбована. Ну, я не чувствую, что мы ограблены, если честно. Не, ну я вот соглашусь, кстати, с Иваном, потому что на самом деле, ну, как бы потратить деньги – дело не хитрое, вопрос в организации, вопрос, конечно, в точке преломления, то есть в сфере, в которую было вложено, опять же, или это социальный будет эффект, или это будет экономический эффект. Отсюда будет дальнейшее развитие взагалі самого предприятия. Ну, отлично. То есть, какие будут задачи стоять? Видите, у нас присутствует и здравый смысл, рациональность, и также позитив. Мне кажется, это такие важные составляющие, которые могут быть вместе вот на одной сцене. Что ж, переходим к следующему. Следующий вопрос касается стратегии. Все мы знаем, что стратегия очень важна, да? И они бывают разные. Вот для строительства единорога используют стратегию Get Big Fast. Это когда стартап растет высокими темпами за счет привлечения больших раундов, пытаясь заполучить как можно большую долю рынка и старается вытеснить конкурентов. Возможна ли такая стратегия в Украине? По доброй традиции начну я. Опять же, ну все, что медленно, к сожалению, происходит плохо. Особенно в сегодняшнем мире, который все больше и больше ускоряет темп. То есть на текущий момент, опять же, вот, хороший пример. У меня друзья приехали из Киргизии, и там максимально все сферы экономики начинают поглощать китайцы. А все почему? Потому что Киргизия, они такие лаунж-зона у них. Они спокойные, они тихие, они как бы улыбчивые. А китайцы все делают быстро. Им необходимо построить дорогу, они это делают за год. А им необходимо построить мост, они это делают за полгода, а не за 30 лет, как у нас. То есть просто у них как бы менталитет страны, он, мне кажется, что чем-то похож на нас. То есть мы неторопливые, это, к сожалению, наш минус. Поэтому если как действовать как Китай, поэтому они сейчас, я думаю, еще чуть-чуть и будет первая экономика мира. Поэтому именно какой-то инструмент скорости, инструмент поглощения, инструмент максимальное как бы такой масштабирование бизнеса, масштабирование рынка, он по-другому никак. То есть тихонько у себя в киоске не разовьешь, что необходимо развивать какую-то сеть. Я хочу дополнить насчет скорости. Я живу на Левобережной, и у нас Евровидение проходило недавно, вы знаете. За 3 дня до Евровидения не было еще асфальта. За 3 дня они обкатали все дороги вокруг. Так что мы можем. Он был нарисован. Нет, кстати, у нас был такой вариант, да, что снимут после. Да. Стосовно стратегії взагалі, ну, є декілька думок стосовно цього. Економісти, світові економісти, вони деякі вважають, що стратегічні цілі треба намічувати, реалізовувати, прописувати, затверджувати там і подавати свої компанії як документ якийсь сталий. Є такі економісти, які вважають, що цим не треба займатися, а по-іншому. І ті, і деякі зростають, збагачуються, тому тут важко щось однозначно сказати. Я хочу сказати щодо стратегії розвитку Запорізької області, то вона в нас є, вона в 16-му році прийнята на сесії обласної ради, і там є всілякі механізми підтримки стартаперів в тому числі. Причому обов'язково на конкурсній основі, але можна отримувати кошти безповоротньо, тобто у вигляді гранту. Ще є багато грантових проєктів міжнародних, де наша організація бере участь, в тому числі і по реалізації віртуальних бізнес-інкубаторів європейських, приєднання до мережі сталої і таке інше. Тобто є, цікавтесь, звертайтесь, можливо, у нас будуть якісь дотики, точки до співпраці. Дякую.
Ну, я скажу два слова только. Стратегия, да, на самом деле, чем ты больше агрессивнее на рынке, вот сейчас как-то так, вот тем ты больше отвоюешь себе кусок пляжа. Поэтому я согласна, что стратегия, в общем-то, нужна, и без нее никуда. Потому что страна, которая не может построить свою собственную экономику, она будет завоевана. Поэтому стратегия нужна, и как-то вот надо в этом плане двигаться. Все. И агрессивность – это только плюс сейчас. Я хотел привести пример. Иногда сталкиваюсь в своей деятельности с клиентами, которые вынашивают годами стратегии. Они приходят, говорят, мы хотим открыть ООО. Они месяц устав разрабатывают. 2 месяца рисуют штатное расписание, которое у них будет на будущем предприятии. Потом еще полгода вагаются, кого взять соучредителей. Обсуждают устав с соучредителями. В конце концов, что-то открывают, когда уже поезд, как говорится, ушел в это и ниша. Поэтому стратегия – это хорошо, но нужно иметь баланс, здравый баланс между длительным каким-то разрабатыванием стратегии и стратегией ради стратегии и действительно каким-то направлением. Я считаю, что должна быть цель, а стратегии уже должны быть, скажем так, по ее достижению гибкими. Могут меняться по ходу. То есть необходимо начинать делать, а вырисуется план действий уже пошаговый, я думаю, по ходу. Давайте теперь помечтаем. Представьте, что вам нужно написать книгу для единорогов, чайников. Да? Какие бы вы дали им советы? Ярослав. Опять же, какие советы, но, к сожалению, там этим каким-то масштабным экспертом не являюсь, хотя хотелось бы. Наверное, опять же, в любом случае сохранить ту идею, которая зародилась в голове, то есть в любом случае она как-то может модифицироваться, она может быть трансформироваться, но в любом случае она есть какая-то стартовая, как в свое время было там, Джобса и всех остальных. То есть они в нее верили, в них никто не верил, но при этом люди как-то развивались. То есть помимо, то есть сохранить какую-то веру в себя, веру в идею, опять же, то есть не останавливаться на достигнутом. Ну и, в принципе, я думаю, далее все будет написано в экономических терминах, в любых книгах и так далее. То есть, думаю, вера в себя и как-то желание победить, все остальное, это, в принципе, стандартно, наверное, во всех бизнес-стратегиях. Хорошо. Вірити, в першу чергу, в себе, в свої можливості. Якщо ви полізли через двері, вас нагнали, лізти через вікно, намагатися. О, так, так, обов'язково. І завжди поліпшувати стан своєї свідомості і стан освіти своєї, вивчати англійську мову обов'язково, брати участь у соціальних проєктах, свідомо відмовлятись від частки прибутку на бік тих, кому треба допомогти благодійно, ну і змушувати владу допомагати, коли це потрібно. Бо народ є джерелом влади, все ж таки, в Україні і кру. Бути патріотом. Спасибо, совсем согласна. Особенно насчет английского. Ребят, давайте учить английский. Это очень нам нужно сейчас. Всем. Знаете, как говорят, дети вас возненавидят за все, что угодно, что вы их заставляете делать, кроме иностранного языка. За это они вам будут благодарны до конца дней. Да. Поэтому, ну, если говорить про книгу и про стартапы, я бы, наверное, посоветовала прежде всего, зачем вы приходите? Вы приходите, чтобы вам дали денег. И вот вы должны так аргументировать, чтобы я как инвестор захотела вам отдать свои деньги. Вот такой совет, придумать что-то такое, что я должна вам отдать эти деньги, поверить в вас, как вы верите в себя. Вот, наверное, это будет единственное пожелание в этом учебнике. А все остальное – это уже вопрос техники. Можно их и не отдавать. Спасибо. Заключительное слово. Ключевое слово. Виктории, можно деньги инвесторам и не отдавать. После этой фразы все инвесторы насторожились. Для того вам нужен юрист, чтобы они деньги отдали. На правах рекламы, да. Насчет книги. Я, конечно же, посоветовал бы в первую очередь не читать никаких книг, не забивать голову. Надо закатывать рукава и воплощать свою идею в жизнь. А книги, да, это может быть вечером на ночь, полчасика засыпая какое-нибудь чтиво. Я не верю в то, что книга какая-то может научить
как отрастить рог. Каждая книга, даже если ее пишет миллиардер, она показывает его личный опыт. И у каждого, я уверен, у каждого из тех 240 единорогов, которые на сегодня существуют, свой путь, и он уникальный. И копировать, естественно, невозможно. Хотя, как я и сказал, какие-то моменты можно почерпнуть. Поэтому в первую очередь не книги, а работа, труд и желание, усердие. Все. Благодарю. Давайте поговорим о нише. Все-таки выбрать нишу, где уже есть единороги, да? Вот какую-то область, которая уже известна, понятна. Или что-то искать свое. Есть какое-то такое яркое свое мнение на этот счет? Касательно ниши. Но это самое важное. Вы знаете, надо вот для чего приходят, мы все знаем, что такое Лига Плюща, для чего люди приходят в университеты? Они приходят по трем направлениям. Вот как сейчас родители отдают детей в школу. Родитель — это заказчик. Он хочет, чтобы ребенок был успешный бизнесмен. Ему все равно, даже если она у вас балерина, он хочет этого. Второе, он хочет, чтобы он знал иностранный язык. Все равно, что он не способен, он плохо родной знает. Я хочу так. И он хочет, чтобы она нормально, он или она вышли замуж или женились. Вот эти три фактора родителей. И то же самое, когда люди идут в университет, они перед собой ставят определенные задачи. Для чего, когда идут в университет, вот как Лига Плюща. Прежде всего, они говорят, вы ищете единомышленников. Это к чему? К тому, что, допустим, если вы юрист, извините, или вы медработник, да, или вы медработник, и вы на третьем курсе вдруг осознаете, что, господи, я хочу идти в IT-технологию, почему же мама не сказала, что там больше платят? То есть такого, конечно, это не тот вариант. Поэтому, когда вы учитесь и выбираете, почему идут, опять же, дни профессии, и осознанно выбираем профессию, нельзя вдруг проснуться и сказать, я хочу вот полететь в космос. Ну, можно, если вы, конечно, миллионер. Поэтому к этому этапу, я имею в виду бизнесу, готовятся изначально, выбирая профессию. И надо прежде всего, нужно смотреть, вот вы учитесь, и сопутствующие, какие у вас могут быть профессии. Почему я говорю, вот у меня менеджеры учатся, они могут сегодня управлять заводом, к примеру, там, машинами, а завтра управлять детским садиком. Точно так же выбор профессии изначально идет от, и бизнес к этому будет привязан. Много сейчас люди учатся, потом забрасывают диплом, и это выкинутое время и деньги. А это, наверное, время, наверное, самое главное, чего купить нельзя. Поэтому вот изначально, когда вы выбираете профессию, надо привязываться к этому, отсюда и строить свой бизнес. Но это личное мое мнение, потому что очень много детей, которые на середине своего образования, понимают, что они вообще попали не в те двери. Я запутался. Вот так. Спасибо. Існує, так, навскидку, дві ниші в Запорізькій області, думаю, в кожної області вони є, які не закриті, які не потребують великих грошових вкладень. Це зелений сільський туризм, він дуже активний сейчас, зараз в Європі і в нашій Запорізькій області він розвивається, там можна небагато коштів вкласти і вже на першому році отримувати прибутки. Крім цього, суб'єкт, який займається сільським зеленим туризмом, він може не бути суб'єктом господарювання, не реєструватись підприємцем або фірму відкривати, а бути самозайнятою особою і сплачувати податки як громадянин, який отримав прибуток за певний період. Це стосовно сільського зеленого туризму. І другий напрямок, який не закритий, це послуги. Не потребують ніяких вкладень, лише тільки голова. Щойно, сподіваюсь, буде прийнятий закон про медіацію в Україні. Медіатори – це нова професія, це ті люди, які будуть договарюватись із інвесторами, із банками. Клас! Інвесторами, боржниками і таке інше, з податкової для того, щоб зменшити навантаження, щоб ви їм простили якісь борги і таке інше. І в нас, я знаю, лише тільки два медіатора таких дуже сильних, одна з них Ларіса Церетелі, ви всі її знаєте, вона дуже цим займається якісно, але ця ніша точно не зайнята, а закон що от-от вийде, я так сподіваюся. Да, мотайте на ус. Тоже два направления. Один со стороны банковского все-таки направления. Это максимальная диджитализация сейчас услуг. Все-таки мы движемся вперед. И, скажем так, все стартапы, все направления, которые минимизируют посещение клиента банка. То есть, в принципе, сейчас, я думаю, все пользуются смартфонами, все пользуются приложениями, но хотелось бы все больше и больше развивать в этом направлении. К сожалению, наши технологии все равно еще существенно отстают от западных.
к сожалению, опять же, ну, у нас мы движемся в правильном направлении, однако еще отстаем. Поэтому, в принципе, все, что касательно онлайн-финансов, начиная там коммунальных платежей, возможно, в каком-то направлении удобных, так как они сейчас далеко не у всех, какие-то проплата налогов, проплата и получение каких-то социальных выплат, оплата кредитов, получение там денежных финансовых переводов и так далее. Ну а второй момент, это все-таки, наверное, как гражданин, как житель нашего города, все-таки социальные какие-то проекты, связанные, начиная просто с элементарного удобства оплаты налогов, там, вывоза мусора и всего остального. Ну и в принципе, чем больше будет диджитал и, скажем так, электронно-цифровая какая-то, допустим, перечисление денег, перечисление средств, именно в плане социальных каких-то направлений, то есть минимизировать коррупцию. То есть, в принципе, если у нас деньги не будут передаваться из рук в руки, а будут исходить, ну, переходить исключительно в виде безнала, то, в принципе, хочется верить, что мы рано или поздно, конечно, не победим, это страшное слово, но, по крайней мере, минимизируем. Поэтому, в принципе, наверное, два направления. Да, благодарю, Иван. Соглашусь с Ярославом. Наверное, в наш век ленивый только не говорит о том, что будущее за IT, в широком смысле этого слова IT, то есть диджитализация, все, что связано с продажей услуг, товаров через интернет, через как, то есть минимальный контакт вообще личный покупателя с продавцом, как услуг, так и товаров. Поэтому я думаю, неважно какая ниша, но почти все единороги, о которых мы знаем, они так или иначе смогли масштабироваться благодаря IT, благодаря интернету. То есть хоть тот же Uber, приложения на смартфонах и так далее, хоть тот же, ну то есть что не продавать, хоть юруслуги, хоть пирожки, пончики, масштабироваться можно только благодаря интернету, благодаря информационным технологиям последним. Поэтому вот, в принципе, нужно думать, как свое направление, свою нишу занять именно в связке с этим вопросом.